Итак, мы находимся на стенде Qualcomm, и у меня в руках первый прототип девайса. Это смартфон на андроиде, который снимает видео с разрешением 4K. Недавно на выставке CES были представлены телевизоры, которые поддерживают разрешение 4K. Они еще очень дорогие, буквально несколько компаний производят их. И не прошло и двух месяцев, как Qualcomm представляет прототип смартфона, который снимает в высочайшем разрешении. Перед нами телевизор, он не очень большого разрешения, но, не очень большого размера, но на самом деле это телевизор, который поддерживает как раз-таки разрешение 4K. Вы видите картинку, нас, другой такой же смартфон, показывает видео с разрешением 4K. Может быть, немножко цвета не яркие, но это проблема матрицы. Qualcomm не занимается матрицами, но, опять же, может быть, через полгода, через год выйдут первые смартфоны. Вы сможете снимать видео 4K и наслаждаться дома домашним видео с высочайшей резолюцией. Поэтому Qualcomm продолжает нас удивлять. 4K 2K.